Всем привет, с вами Феоранис. И прямо на том месте, где закончилась первая, начинается и вторая наша часть прохождения Assassin's Creed 2. Давайте начнем знакомство с нашей сеструльки. Эй, Клаудия, как дела? Бене. Что случилось? Это Дучо. А в чем дело? Кажется, он мне изменяет. Кто тебе сказал? Девочки. Срынка. Я думала, они мои подруги. Тебе не стоит дружить с ними. Я его любила. Нет, ты только думала, что любишь. Он поплатится за то, что сделал. Жди меня здесь. Я поговорю с ним. Сейчас я с ним поговорю. Дучо. Денечек. Солнечный. Здесь, кстати, по-моему, меняется день и ночь. Если я все правильно помню, поэтому. Время дня прям очень в тему. Люблю такие игрульчики, где вот так вот. Можно и днем, и ночью побегать. И на закате, и на восходе. Так, где тут наша Дуча? Опять нас там кто-то палит. А вот и Дуча. Дучо, какое оно красивое! Для тебя только самое лучшее, амор мио. Но как же Клаудия? Пышечка какая. Я думала, ты обручен с ней. Отец сказал, что мне нужна невеста получше. О, Бирбанте! Пойдем, погуляем. О, у меня на уме кое-что другое. О, Дучо. Эй, ты, свинья! Эцио, друг мой! А! Что за черт? Ты оскорбляешь мою сестру, разгуливая с этой шлюхой. А о чем ты? Я видел, как ты подарил ей кольцо. Если бы твоя сестрица не дрожала так за свою честь. Ты разбил ей сердце. Ха! А тебе я разобью морду. Давай! Все в аудитории хвостуны. Но когда доходит до дела... Да все, тебе хана, малый. Ты пожалеешь о том, что открыл рот? Я мог бы многому научить твою сестру. Ей повезло, что у нее был я. Бастардо. Сейчас я тебя многому Бастардо. Научу. Я Рэндо. Не. Держись подальше от моей сестры. Нет. Я ему сейчас еще навешаю. Фу, как не стыд. Стой. Дуча. Дайте я ему еще втащу. Он что, не умирает, что ли? Я слышу, типа, какую-то эту надо... ачивку можно получить что-то за счет этого. Типа, за ним что-то там проследить, еще что-то, и типа, потом какую-то ачивку дадут. В Uplay. Но я играю сейчас не через Uplay, так что... Ой, нас сейчас спалит, наверное. Нет, не спалит. Вот. Поэтому. Ачивки мы с вами тут не соберем. Ну да и ладно. Я, кстати, не буду, наверное, проходить на 100%, то есть не буду собирать перья и все в этом духе. Эй, Эцио! Эцио! Марио! Что ты здесь делаешь, Петруччо? Тебе давно пора спать. Мне нужны эти перья. Зачем? Секрет. Если я их достану, ты пойдешь спать? Да, обещаю. Петруча. Давайте снимем перья Петруча. В смысле, за две минуты. Эй! Так. О, мой любимый музон. Ну все, таймер кончился. Путешествие из собора Санта-Кроче.
Здесь глашатые хотя бы разную информацию орут. Ой, сейчас, мне кажется, будет драка. Ну, гопсаны. Классический удар. От Эцио. Ну и все. Так, что у нас тут? Так, как войти? А, Наэль. Вот, как и обещал. Граци, брат. Ты так и не сказал, зачем они тебе? Я скажу. Потом. Так, ну и осталась наша мама. Бонжорно, Эцио. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Кон пьячере. Пойдем. Это недалеко. Так, здесь, по-моему, сейчас что-то переносить надо будет. Мне сказали, что ты подрался с Фьери. Подрался? Пожалуйста, не притворяйся. Бонжорно. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Кстати, диалоги-то полезные. Немножечко лора. И, скорее всего, буду и для будущих событий поможет. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore mio. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Imagine. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си, си. Эцио, помоги Леонардо. Так, это у нас... Эцио. Чем ты занимаешься? Леонардо да Винчи. Он помогает отцу. Тот самый. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись — это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, целей. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира — это недостаточно. Я хочу изменить ее. О, Леонардо, я уверена, что тебя ждет великое будущее. Виринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Ну, мы с ним еще не раз встретимся. С ним даже отдельный DLC есть. Оно, в принципе, небольшое, поэтому, я думаю, я его пройду. А может быть и нет. Не буду ничего обещать. Так, положить, да? Все. Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Так, ну и к бате. Эцио, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в город. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене. Я все сделаю.
Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Так, письма отнести, да? Видали? А почему нельзя пойти? Кто не видал, потом повторю. Так, ну письма читать не будем. Ну там все как раз таки вот по этому суду. Типа того, что наша семья никак ни в чем не виновна, и то, что вот этот Франческо Пацци у нас негодяй и убийца. Франческо Пацци — это батя, как уже рассказывали, как раз таки того ублюдка, какого мы хотели избить в драке. Нет, ребят, вы ничего не видите. Так, куда там отнести-то? Тут опять он пересобирать, по-моему, флаги. Как всегда, понапичкано много чем. Так, вот здесь первая цель у нас. Не-не-не-не-не-не. Нет. Давайте. Спокойной ночи. И тебе. И тебе давай на вафлю. Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Что круто здесь. Всякими шутечками понапичкано. Опять же, отличие от второй части. Так, что это? Деньги. Отлично. Деньги нам пригодятся. По-моему, у этого врача мы лечились, когда нам губу смазали. Так, что сюда? Нет, не сюда. Ну, давайте перелезем. Сюда, я здесь. У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой, вернись. Объясни мне. Дичь какая-то творится у нас. Так, куда там третий пакетик мы сейчас принесем? Ничего не помню. Вот братство помню. Третью часть помню. А вот это я не помню. Нифига. Отлично, я надеюсь, я сюда спрыгнул. Ну, почти. Ясно. А, вот, забрать почту глубинную. Альтернативно удерживайте... Что? А, миссия подвисла. В сундуках лежат деньги. Блин. Так, здесь, кстати, здоровье само не восстанавливается. Вот видите, у меня квадратика не хватает.
И этот квадратик теперь никак не установится, пока мы не выпьем зелье. То есть здесь еще придется на зелье тратиться. Отец? Федерико? Мистер Эдзо, простите, я не нарочно. Что случилось? Где так, все? Надо руки держать постоянно на клавишах. Братьев отвели во дворец сеньории. Палево какая-то. А моя мать и сестра? Эдзо. Клаудия. Все в порядке? Да, но мама... У нее шок. Она сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, так и сделай. А я пойду к отцу. Осторожней, мессер Эдсо. Стражники искали и вас. Так, теперь нас еще и стражи ищут. Угу. Ну, прям тут и стартанем. Когда вы в розыске, стражники подозревают и реагируют на ваше присутствие. Так, нам надо вот в эту башню. Музыка здесь крутая во Флоренции. Вот в Венеции такого не будет. Там своя музыка, по-моему, даже своя расцветка у стражников. Куда нам тут надо? Я чё-то не помню. Да куда спустился-то, ёптер-тыр. Так, тут у нас стражники. А тут у нас лестница, и все, что я тут выделываюсь, это нафиг никому не надо. Так, куда-то сюда, по-моему, надо будет. Окей, поехали. Так, здесь можно забраться-то, да? Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не, мужик, тут ничего нет. Тебе показалось. Да показалось, говорю. Кто там ходит все? Вот смотри, даже кто-то книги носит. Прикольно, прикольно. Так, здесь перепрыгнем, не перепрыгнем. Так, а здесь что? Стражник. Ой, блин. Попа боль. О. Давай подеремся-то. О, хиленький какой. Так, куда-то сюда надо залезать. Он на самом верху башни, что ли, сидит, как принцесса Фиона. Кстати, да. Эдзо. Отец, что случилось? Они избили меня, но это ничего. Что с матерью и сестрой? Они в безопасности. Их увела Анетта? Да. Постой. Ты знал, что это произойдет? Я думал, что все будет несколько иначе. И не так скоро. О чем ты? Объясни мне. Нет времени. Слушай внимательно. Возвращайся домой. У меня в кабинете есть тайник. Постарайся найти его. В тайнике сундук. Забери из сундука все.
Кое-что в нем может показаться тебе странным, однако все это важно. Понял меня? Да. Хорошо. Кроме всего прочего, в сундуке ты найдешь письмо и документы. Бумаги нужно отнести миссеру Уберто. Сегодня утром он был у меня. Гонфолоньер, я помню. Но объясни мне, что происходит? В этом замешаны пацы? В голубятне была записка для тебя. В ней... Иди отсюда. Уходи. Так, и... Как тут еще... О. Все, вопрос исчерпан. Сундучок. Так, ну деньги нам потом пригодятся в любом случае. Так, отец найти сказал, сундук. Здесь есть дверь. Куда же без мотоциклистов в каждой серии? Так, забираем содержимое сундука. Нужно отнести это мессеру Уберто. Ну вот мы и перевоплотились в ассасина. Вот этот костюм, пожалуй, наверное, самый крутой, самый красивый из всех, которые я видел в этих играх. Не знаю, мне лично мне он нравится больше всего. Предатель! Так, эй, понятненько. Уберите мечи. Вы же хотите арестовать меня, да? Нет. Так чего ты хочешь? За ним, парни. Так, интересно, контратаковать умею? Ну, умею. Этому не бывать. Может, обсудим другие варианты? Других вариантов нет. Так, серия ударов, я только не помню, по-моему, не в этой части появится. Так, ну теперь зато мы выглядим как ассасин. И все в таких классных узорчиках, прям вообще. Так, ладно, нам надо к этому. К поросенку. Уберте. Кто в прошлый раз не видел, посмотрите. Очень интересно, конечно, ночь, а на улицах так оживленно. Так, ну вот эти все равно сейчас тоже, наверное, сагрится, да? А я не, еще и не сюда зашел. Не-не-не-не-не-не-не, мужики, не. Нет. Давайте здесь подеремся. Ой. А, вот. Эцо аудиторе? Что ты делаешь здесь в такой час? Это... Я... Не... Погоди, сынок. Отдышись. Отдохни. Мой отец и братья в тюрьме. Мне поручили передать вам это. Ах.
Теперь все ясно. Это недоразумение, Эдсо. Я все улажу. Как? В этих документах содержится доказательство заговора против твоих родных и города. Утром я представлю их на заседании суда, и твоих родных освободят. Спасибо, сеньор. Конечно, сынок. Тебе есть где переночевать? Можешь остаться здесь. Но, Грация, я буду ждать вас на площади. Не волнуйся, Эдсо. Все будет хорошо. Ну, да. Хотелось бы в это верить. Так, получена одежда ассасина. У меня отличный товар. Он не слышно. На... Нет. Ладно, давайте тут подеремся, давайте. Че, вы с кулаками, а мне все, кулаки больше не нужны. Отсюда. Так, куда нам там надо-то? Не упасть, Бог, пора. Подходите, друзья. Нет, прошу, не убивайте меня. Кто это там? Не знаю. Так, а как он пройти-то? А, вот. Так, сюда нельзя, да? Слабо нервных попрошу перемотать, наверное, до конца серии. Вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене. Чем вы можете доказать свою невиновность? Документами, которые были доставлены вчера тебе. Я ничего не знаю об этих документах. Он лжет. Надо подобраться ближе. В отсутствие каких-либо убедительных доказательств обратного, я вынужден признать вас виновным. Вы и ваши сообщники приговариваетесь к смерти. Это ты, изменник, Уберто. Я один из них. Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьем тебя. Клянусь, мы... Отец! Эй! Хватайте мальчишку! Он один из них! Ты поплатишься за это! Стража! Взять его! Об этом. Беги отсюда, парень. Поскорее. Где меч? Понятно, меча у меня нет. Так, а интересно, их обязательно убивать-то? Мне кажется, нет. Так вот, грустненько-то и история кончилась. Двоих наших братьев и батю казнили. А мы в розыске. У меня к тебе небольшая просьба.
В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка ответила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сиянием. Найди их. Ну, это, короче, дополнительное задание, кому нужно. Мессер Эцио, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной. Вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет, нас могут увидеть вместе, это слишком опасно. Скажи, где они, я приду туда сам. В доме моей сестры, к северу от собора. Я иду туда. Вот, про значки. Короче, так, ну у нас там куча стражников, нас дома ждет. Наверное, связи ищет. Типа, можно искать, где всякие достопримечательности, там можно находить такие свечения. Ну, типа, эти свечения потом, если... Ух, ниху... Ху-ху-ху. Так. Вот, ну и там, по-моему, можно какие-то дополнительные материалы получать за это. За то, что вы находите какие-то свечения и проходите там мини-игру. Я в братстве раньше этим занимался, потом... Подзабил. В этой игре, в этой части я такого вообще ничего не делал. Ну, это так, кого интересует. Так, ну вот у нас полная задница в этом городе. Там потом в братстве будет миссия воспоминаний, где мы будем типа наших родных, ну их тела забирать, в общем. Опять же, это будет в братстве. А до братства у нас еще далеко. Так, а в толпе я затеряться еще не умею, да? Плохо. Он не торопится. Упс. Да не. Здесь, кстати, стражники что-то не такие паркуристы, как в первой части. Так, да где этот дом к северу от храма-то все? Зачем он оживил? А, во! Что-то похоже. Вот, видите, Ла Роза Кольта. И красненьким глазом отмечен. То есть здесь где-то есть эта штучка. Свечащаяся. Ее вот с помощью орлиного зрения, короче, ищите, и потом в нее залезть надо. Сейчас, может, получится показать. Или не получится. Чуть не вижу. В общем, ладно. Прически у них веселые. Боюсь, это не тот дом. Нет. Нет, это он. Рада познакомиться с тобой, миссер Эдсо. Анетта хорошего мнения о тебе. Понимаю, почему. Спасибо на добром слове, Дона... Типрего. Зови меня Паула. Спасибо за то, что приютили мою семью, Паула. Не стоит благодарности. Ты, должно быть, устал. Может, приляжешь? Нет, грация. Я не могу остаться. Почему? Куда ты собрался? Убить Уберто Альберти. Я понимаю, ты жаждешь отомстить. Но Гонфолоньер опасный противник.
А ты не убийца, Эдсо. Не нужно нравоучений. Но я сделаю из тебя убийцу. И вы хотите научить меня убивать? Не убивать. Я научу тебя, как остаться в живых. Пойдем. Ну, пойдем. В моем ремесле главная осторожность. Мы должны свободно ходить по улицам на виду, но невидимые. Ты тоже должен уметь научиться смешиваться с толпой. Девочки научат тебя. Салют! А, ну вот, мы научились теперь, да. Упражняйся со мной сколько хочешь. Так, идите за Паулой. Тут, конечно, очередные плюшечки второй игры. Ну и всех последующих. Первый нельзя было так вот с толпой, там чисто только среди монахов. Так, ну и здесь уже, конечно, и все задания будут связаны. Проследите, выследите, украдите, еще проследите, потом снова проследите, потом снова украдите. Поэтому это уже не та гибкая первая часть, где можно было делать одни и те же задания. Потом просто убивать цель. Здесь уже чисто появился такой сюжет. Так, а эта толпа, по-моему, в другую сторону у нас идет, да? Будем из толпы в толпу переходить, перетекать. И нормально. Ой. Какая странная одежда. Так, а там можно к кому-нибудь присоединиться-то, нет? Еще один кредит. Люди. Люди. Меня палят. Ну вот какая-то толпа. Да, но это еще не самое долгое. Там, по-моему, в черном флаге будут проследить по минут 15, наверное. Это будет жесть. Девочки, привет. Бена, теперь, когда ты умеешь сливаться с толпой, я покажу тебе, как этим пользоваться. Научу тебя воровать. А, нажмите и наткнитесь на человека, чтобы обокрасть его. Вор! Вор! Эдсо, если ты что-то украл, не стой столбом. Помогите! Держите! Меня ограбили! Быстро уходите. Ну, ушел. Украдите деньги у 5 разных людей. Ой! Мужик! Воруют! Ой! Так, а у кого еще тут хотя бы чистить можно? Ой! Ой, божечки. Маскировка. Так, а что еще у нас тут? Чему еще научите? Можете идти, девочки. Это обязательно? Он такой невинный. Такой милый. Теперь, когда ты научился подходить к врагу, нужно подобрать тебе оружие. Что вы мне посоветуете? О, ведь у тебя уже есть ответ. Эй, меч и наручи моего отца. Откуда они у вас? Я использовала то, чему научила тебя. Они не в очень хорошем состоянии. Полагает, ты знаком с Леонардо да Винчи? Си. Но при чем здесь этот художник?
Отнеси ему эти вещи и увидишь. Прежде чем уйти, могу я задать один вопрос? Конечно. Почему вы помогаете мне, чужаку? Я знаю, что такое предательство. Так, ну давайте отнесем Леонардо. И на этом, наверное, серию закончим. Так, и до него бы еще добраться, учитывая, что у нас тут кругом палят. А, ну вон теперь проституток можно нанимать. Чтобы они с нами ходили и, если что, отвлекали стражников, либо просто среди них теряться можно. А, теперь еще и воров. Ну, короче, теперь все группировки можно нанимать. Так, что-то далеко Леонард-то живет. А, здесь еще и не пускают. Капец. Ну, по краю пробежим. Не проблема. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну здесь уже можно не за... А, нет, заберемся. У нас вон там кто-то палит. Аудиторе, не думал, что снова увижу тебя. О, я совсем забыл о манерах. Добро пожаловать. Итак, чем я могу помочь? Я думал, не починишь ли ты мне кое-что? Конечно, пойдем сюда. О, какой бардак! Я целый день искал. Так, сейчас я расчищу место. Хорошо, давай посмотрим. Поразительно. Не знаю, Эцо. Вещь старая, но довольно хитрой конструкции. Никогда не видел ничего подобного. Боюсь, что без чертежей я ничего не смогу сделать. Мидис Пьяче. Стой. Что ты делаешь? Этот текст зашифрован. Если моя теория верна, то, судя по этим рисункам, может быть, что... Может быть, что? Присядь. А, Леонардо. Если мы подставим буквы, а затем выберем каждую третью. Вот. Готово? Что, готово? Клинок. Мне удалось расшифровать твой пергамент. В нем написано, что нужно делать. Теперь нужно отрубить тебе безымянный палец. Верменте? Извини, но это обязательно. Владелец клинка должен доказать свою верность оружию. Бене, только побыстрее. Я пошутил. Когда-то этот клинок требовал жертв, но его переделали. Можешь оставить свой палец себе. Так, это у меня на двоечку. Невероятно. Да, на двоечку. Это точно. Скажи, нет ли у тебя других страниц? Извини, только это. Слушай, если тебе вдруг попадется еще одна, пожалуйста, принеси ее мне. Конечно. Спасибо за то, что починил. Это стража Флоренции! Откройте дверь! Минутку. Жди здесь. Вы Леонардо да Винчи? Си, чем могу служить? У меня к вам есть вопросы. Разумеется. По-моему, он вляпался. А в чем дело? Свидетель утверждает, что вы общаетесь с врагом города. Что? Я? С врагом города? Чушь. Когда в последний раз ты видел Эцио Аудиторе? Кого? Нон фаре ин финто тонто.
Мы знаем, что ты был другом этой семьи. Может, это поможет тебе вспомнить? Готов говорить? А сейчас? А сейчас... Грация, Эдсо. Извини, что так вышло. А, ничего, и грубость меня не удивляет. А тело? Тащи его внутрь, к остальным. К остальным? Их дает Нигора для опыта. Да. Сам их тут упаковывает, наверное, пачками. Ой, я так мило его взял на ручки. Моя маленькая принцесса. Спасибо, Леонардо. За все. Пожалуйста, запомни. Если найдешь похожие страницы, принеси их мне. Если в них будут чертежи, я смогу улучшить твое оружие. Конечно. А теперь мне пора возвращаться к Пауле. Порджеле эмея маджи. Так, ну к Пауле мы тогда вернемся уже в следующей серии. С вами был Фил Ранис. Всем пока. И до новых встреч.